Всем привет, с вами Лоху Чизис, и сегодня мы будем играть в игру, логично, Slender the Arrival. Это, насколько я знаю, лишь бета, настоящая игра выходит в марте, 26 числа вроде. Ну что ж, сразу нам в глаза бросается прекрасная графика. Это карта. Эй. Так, мы сейчас в Oakside Park. Добавлено в... журнал, скорее всего. Где его взять? Журнал. Ладно, не важно. Можно ли сюда зайти? Нет, нельзя. О! Правила парка Oakside. Их можно взять. Угу. It's all time, shall I water. Ладно. Не пересекает линию... ну, короче, купаться нельзя. Потом... на каное, когда ты плаваешь, не надо одевать отсвечивающую броню. Ну, ладно, не важно. Главное, чтобы тебя видно, короче. Было. И не вступать в контакт с жизнью, похоже. Ну, блин, вы меня поняли. С природой. Ну, короче, да, я лжанулся и почти ничего не перевел. Вот видите там камень? Я подумал, что это кто-то сидит. Страшно. Давно я вообще не пугался, знаете, давно не играл в Slender, не в Амнезию, забросил все это. Мне так понравилось жить спокойно, играть в спокойные игры, но что же не сделаешь. Так, мне начинает становиться страшно, жутко немножко. Так, мы будем идти... так, мне это... ой, как не нравится. Точечный, то есть свет, да, можно сделать? Можно приближать на букву Е. Фонарик лучше включить, окей? Так. То есть мы вот так делаем, так приближаем и смотрим, что там дальше. Все понятно. Не страшно. Ни капельки не страшно. Окей, что мы должны найти? Что мы с вами... так, это не то. Я подумал, это был подсвечен как-то. Деревья. Понятно. Так. Так, ребят, можно мне выключить игру, пожалуйста? Так. Успокойся. Надо держать себя в руках. Мне кажется, что я слышу какие-то шаги, как бы даже сзади меня. Нет, вроде тихо. Так, а тем временем я продержался уже 3 минуты. Так. Туалеты. Ненавижу туалеты. Самое страшное в играх это туалеты. Тот же Dead Space. Там, блин, ужасы происходили. Так. Что здесь? Здесь ничего. Я ожидаю много бесполезных абсолютно зданий. И это очень меня не радует. Так, что здесь светится? Oakside Park, этот информационный центр. Но не может быть такого, что... чё про... тихо. Всё. Не может быть такого, что здесь ничего нет. Мы должны проследить за... давайте еще раз пройдемся. Блин, я не хочу кричать. Мне страшно. Так, что у нас здесь? У нас здесь тарелочка. Так, надеюсь, мне будет в порядке. Все слышно с микрофоном. У меня все в порядке, надеюсь. О, как же я мог тебя пропустить? Оставь меня одного. Пожалуйста, я стесняюсь. Боже мой, ненавижу эти звуки, вот эти. Он идет типа за мной, да, уже? Так, почему я вообще оборачиваюсь? Первое правило хоррор-игр – не оборачиваться. Второе правило хоррор-игр – не ходить назад. Третье правило хоррор-игр – не бежать. Мне кажется, я не смогу всех исполнить. У меня идея, давайте заберемся сюда. Сюда. Почему я не могу забраться туда? Странно. Может, я что-то не знаю? Может,
кнопочку какую-то, не знаю. Так, давайте чуть-чуть прибавим хода. Я вижу, что там здание, давайте туда дойдем. Просто у меня уже какие-то помехи на камере были, мне это очень не нравится. Так, свет. Не убежишь. Или я не могу убежать там. Неважно. Тик. Тик-тик-тик. Кстати, хороший фонарик достаточно такой сильный, мощный. Да. Что же мы дальше будем делать? О, меня уже напрягает, вымораживает эта музыка. Ладно, так, соберись, Саня, давай. Так. Насколько я видел по трейлеру, там были не только Слендер, там были и другие... Есть карта? Нет. Так, я уже вижу прекрасный рисунок Слендера. Так. Don't look or it takes you. Не смотри, или он тебя забьет. Ничего я не боюсь. Ничего. О, еще одна записка, да мне везет. А, ладно, неважно, не знаю, просто не буду ее читать, мне страшно. Ага. Так, я ненавижу кукурузу с давних времен, но с ней не очень хорошая история. Был какой-то фильм, не так уж и давно, там людей убивали и... Ах да блин, ну не надо же так пугать, ну не пузёчка. А, я вернулся? Еще лучше. А, там люди убивали, чтобы... Короче, неважно, что-то было связано с кукурузой. Это было ужасно, мне было очень страшно, наверное. И потом еще этот Left 4 Dead с этой кукурузой, там... Орды зомби идут на тебя, это меня очень в свое время пугало. Так, давайте прибавим хода, потому что мне кажется, что он прям за мной идет. Да блин, вон он там стоял, я его видел. Тихо. Да блин, не-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 
вернемся в это место потом. А сейчас надо собраться и пройти эту игру. Может, всех, кого я смотрел, они... Я вижу записку, да? Всех, кого я смотрел, не смогли... А, это самое начало? Уйди! Слендер, Слендер, схватишь меня, мы не друзья теперь. Так, я уверен, что он сзади, давайте чуть-чуть перебавим хода. Ну ты хотя бы бегать умеешь, в отличие от предыдущих твоих. Не знаю, не знаю, как это. Так, я не хочу оборачиваться, потому что он уверен, что он сзади. И где мы не собрали с вами записки? У нас уже 5 записок. Одна стопудово вот на башне, ой, как-то вот на опорной башне или что там у нас было. А другая вон на тех баках. Давайте идем на башню тогда. Попробуем еще раз разобраться. Так, я тем временем прожил уже 8 минут. Я уже начинаю нести бред. Это мне даже не нравится. Так, я уверен на 100%, что здесь есть записка. Но он сзади меня, да? Так, иди там. Иди. Слендер, кстати, очень страшный в этой части. Я не ожидал. Так, тихо, его сзади нет. Давайте мы его обхитрили, да? Он думал, что мы сейчас обернемся. И такие, но мы и так не сделаем. Потому что мне не страшно. Так, надо собраться. Ну давай. Дебил. Ладно. Я не знаю, может это что-то из-за бета, может потому что эта игра не полная просто. Может это место откроется только когда я, не знаю, полную версию. Не важно. Так, тут я уже собрал. Пойдем. Так, я опять иду в кукурузу. Или нет? Так, вот дорога, и это хорошо. Дорога, это хорошо. Четвертое правило хоррор-игр. Не отходить от дороги. Хотя, иногда его лучше нарушить. Так, он все еще сзади, я уверен. 100%. Так, у меня холодеют руки. Так. Я влезу в твое видео, да? Иди в шоу, Артем. На вышке, прям справа от лестницы, ты в упор не заметил записку. Серьезно? Ладно, спасибо. Прости, Артем. Так, надо будет сейчас попробовать вернуться. Спасибо, что ты мне... Я просто очень испуган.
Беги, сломя голову, не оборачивайся. Так, сейчас попробуем вернуться к той вышке. Я просто уже помню, где она, что мы недалеко отошли. Так, как думаешь, ладно, я без тебя болтаю, у меня соло. Короче, не важно. Так, все, камера трясется, он меня сейчас схватит. Беги, пожалуйста, но не останавливайся, ты не должен умирать. Говорю я себе, когда бегу, просто сколько, не важно. Я не знаю, в таких условиях я бы дал такого дёрка, меня бы никто в жизни не поймал, даже бы сын был. Так, я уже начинаю истерично смеяться. Так, говоришь, права от лестницы? Да, ты был прав. Так, все, бежим 6 из 8. Так, где может быть еще одна? Еще одна, сколько? На контейнере. На контейнере, спасибо. Но я был слишком близко. А где последнюю найти? Снайпер. Так, ладно, тем временем 11 минут, по-моему, неплохо. Ох, мне уже начинает трястись челюсть, это... Забываемое ощущение. Ладно, так. Да. Собака. Дрожь по всему телу. Боже, что мой. Так, успокойся. Не плачь, тряпка. Так, я постоянно на шифте. Кстати, он не выдыхается, по-моему, не знаю. Но мне это в любом случае нравится, потому что это лучше, чем в прошлом миру. Боже, что за звуки. Пройдем сквозь здание. Вот, да? Он мне уже все колбасит. Все, уйди, пойдем. Я не хочу с тобой встречаться, пожалуйста. Ой, все, у меня угол загнал. Все, капец. Нет. Нет, заново играть я не хочу. Что ж. 6 из 8, мне кажется, это неплохо. При том, что я знал, где 7-я, и, скорее всего, нашел бы 8-ю. Что ж, прошу прощения, что меня отвлекли. Что я хотел сказать, игра просто прекрасная. Когда она выйдет, уже целая, полная, мы обязательно ее заново посмотрим. Огромный респект разработчикам, что они, блин, они молодцы.